Почапали смотреть. Что это? Фу, куда это вставлено? Это в меня вставлено? Она мой член схватила. Отпусти. Отпусти, чертова змея, мой член. Не надо. А, яички отпусти. Пожалуйста. А, да. Я все, чат. Как бы. Я закончил. Ты Нео? Ну я Нео только со стороны. Как бы члена получается, потому что он его в голову вставлялось. Это сон. Это сон. Это только сон. Ты не лагай, алло. А мы бы это и баба. Слушай, ну голос мужика. Фу, какая гадость. А я могу забрать как-то себе это? Хуёвый Нео, говорит. Так, это чешо. Это как у чужих, чека, это как у чужих было. Помните, да, такая штукенция? Не, нас наебали, чат. Press E to take. А что это? Ну, давай возьмем, ладно. Tap инвентарь. Странный объект, да? Из другого мира, говорит. Странный объект из другого мира. Я думал, не двигается, это чешо. Используйте Е. А. Ой, блядь. А, двери открылись. Ой, я еще и пожижки какой-то. А можно не моргать, не моргать, не видно ж нихера. Скайрим, вот это напоминает? Это дичь как... какая-то. Да-да-да, как хищники против чужих, что-нибудь так. Фу, вы слышите звуки? Как будто смотришь, блядь. Смотришь, как будто ты прям в натуре ходишь по этой херне. Ой, фу, это ж чешо, костюм? Блин, а его можно взять? Я хочу костюм вот этот взять. Ладно. Так, я пришел. Я пришел оттуда. Не видно ж нихера. Алло. Вы видите, куда нам идти нужно? А, ну вот. А можно звук какой-нибудь такой нормальный? Кстати, чат, пожалуйста, не юзайте сейчас голосовые команды, кому не трудно. Звуковые, точнее, команды. О. Умираешь, побежали. Побежали на свет. Там что-то есть. Ай, блядь, вы что делаете? Ром, ну не нужно, попросила же. Я плохо читаю на английском, можете прочитать? Фу, ну выглядело дико противно. Прям максимально противно, ужасно. Тоби пизда. Ну я примерно так и прочитал. Только я думаю, что-то букв больше, чем нужно. Я ж писать заходил, блядь. А хотя после вот этой трубки на члене не очень хочется.
Чешу, все. О, какая ужасная текстура. Это что, сон у меня был такой? Ага, сон-то был. А что, у меня рука тогда покоцанная, да? Как это возможно? Я должен поговорить с Сабиниан. В этот час она должна быть в библиотеке. Окей. Блин, опять не цепляется. Так. Вообще, не знаю, имеет смысл вот во все игры. Вот мы проходим с вами, проходим игры, проходим. И 90% вот этих ящиков мы просто так открываем. Да, ладно, давай, вот этот шкаф мы по-любому должны открыть. Ничего нет. Я могу туда зайти? Можно прятаться. Ой, блядь, дверь прям себе по носопатке дал. А он туда пока не... Вот, уже цензуренная версия мне не нравится. И что это? Тауэр. Башня. Блин, ну цензуренная... Зацензуренная... Ну мы по-любому должны были поиграть за цензуренную версию, ребят. Ритуальная дверь там что-то закрыта, там бла-бла-бла. Блин, тут базарить нужно. Мейбл, have you seen Sabinian? Ты, говорит, видела Сабиниан? Like час назад, говорит, thanks. Ушел в библиотеку. Wait a minute. Я, говорит, слышала крики из твоей комнаты ночью. Ты, говорит, тебе опять что-то приснилось? Извини, я не хочу об этом говорить. Оп. Мой английский очень слабый, ребят. Я вот что смогу переведу, если что, у вас спрошу там в чате. Час назад, говорит, ушел. Ну пойдем. Блин, вот мне теперь так интересно, что на этой картине. А я знаю, я потом без стрима загружу. Непонятно. Ну, крики понятно, он от члена выдергивал вот эту вот штуку, которая налипла. Не, маска это просто маска. Это как... Но выглядит он не очень дружелюбно. Двухголовый все-таки. Аж... Доминик Дональд. Подожди, это можно забрать. Какого... Почему здесь чувак с двумя головами сидит? Ну окей. Спасибо за поддержку. Спасибо за пятнарик. Я испугался, блин. Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что там можно еще на лестничку пойти посмотреть, что там. Главное там не укекаться от страха. Мне, говорит, нужен свет, чтобы хоть что-то здесь увидеть. Ладно, здесь ничего не увидеть, к сожалению. Нужно найти какую-нибудь лампочку, фонарик, лампу, спичку, свечку. Он же сыкнул. Ну я не люблю хоррор, ты же знаешь, я боюсь.
Я не сыкли, но я просто боюсь хоррора. Так. Что, нам нужно найти библиотеку, в которую ушел или ушла. Ник у нее, имя такое у нее. О, ванна. Ой, тут вода есть. Наконец-то в играх стали воду делать. Библиотеку топа. Ща, я же хочу все. О, красиво, да? То, что дождь там идет. Чинг. Вот. Первая медицинская помощь, держу в курсе. Сейчас бы игру бояться. Ну не могу я, видишь, так. Библиотеку топа. А где библиотека здесь? Тут закрыто. Не, ну логично то, что библиотека в любом... Логично, в любом случае. По-любому должна быть где-то внизу, правильно? Правильно. О. О. Что? Подожди, подожди. Вот это логично, это нормально. Я понял. Ну вот это еще куда не шло. Типа да. Камон. Шо? И то, и... И то, и это. Sabinian said that these were the masks belonging to the slain cult members. Only he wouldn't say what killed them. Что-то про маски там говорит. Это какие-то маски каких-то культов там. Культ... Я не понял. Вот это классно. Я бы такое одел. Вот это... Это удобное, наверное. Это удобное, ладно. Это грустненько. Окей. In the name of... Что? Дичь, короче. Театральный гитмаск. Театральный карнавальный. Не знаете, что тут что-то интересное. I have no idea how to open that. Я, у меня, говорит, нет идеи, как открывать это. Чат, есть идеи? Какой-то должен быть порядок, правильно? Но мы пока не знаем. What am I even doing here? Анатолий говорит, здесь миллиард ебучих комбинаций, как мы, говорит, можем это открыть. Там, походу, камушков не хватает. Ну, кстати, возможно, да. Что там лежит? Я это увидел. Это штука из того из сна, вот это вот. Вы видели, да? Слушай, игра очень красивая, но у нее залочено FPS. Так, двуглавый орел, расскажи-ка мне. Где у нас тут библиотека? Я заблудился. Ну тут куча... Куча. Куча книг, типа. А, вон библиотека есть. А. Enlightened Sabinian. I was just thinking about you. Я говорю, только, говорю, думал о тебе. Волшебная ночь, не правда ли? Ну, да, это волшебная ночь, учитывая то, что нам приснилось. Yes, it is. I've seen it for myself. What is it seeing? I dreamed of the land of ecstasy again. Once more, I stepped into Lustgah. Lustgah, this time, it felt like I was really there.
Я, говорит, мне опять этот мир приснился, там что-то туда-сюда, там. I don't even know how to describe it. I woke up, and this... This... Still on the я, говорит, проснулся после моего сна, у меня, говорит, вот эта херня на руке. On your path to ecstasy, you shall leave marks of blood. So says the Book of Lassi. Once you learn to accept it, a world of new experiences shall open before you. Cherish how sublime and beautiful this pain is. Ничего не говорит. I can see you hesitating. Remember, запомни. Your visions are just the beginning of our journey to the land of eternal ecstasy. If you are experiencing them physically, it only means that we're headed in the right direction. And the ritual can only aid us in that. Wait a minute, a ritual? After what just happened to me? The summer solstice is now upon us. Come, let us use this extraordinary night. This is a wonderful chance to drive your psyche even deeper into the land of eternal ecstasy. Master Theodore has opened the ritual hall. He is preparing a rite in which you too should take part. Короче, он говорит, какой ритуал? Типа, после того, что со мной случилось, как мы можем проходить какой-то ритуал? Он говорит, ну, ритуал — это типа волшебная штука, там какой-то этот чувак уже там подготовил холл для нашего ритуала. Пойдем, говорит, это, говорит, великолепная ночь будет. А, пойдем, окей, давай сделаем это. Ну, окей. Окей, с ним поговорю, он там, он говорит, он тебя будет ждать. Good luck. Good luck. Спасибо. Meet Theodore at the ritual room. Ritual room. New object. Так, нас, значит... Опа, еще одна такая штука. Взяли. Они, короче, говорит, мы по-любому, говорит, бахнем ритуал, там это будет великолепная ночь. Он говорит, ну как же, мне, говорит, такая херня приснилась, что мне руку там отхерачили. Еще и на письку эту штуку одели. Он такой, да не важно, это все, твоя писька подождет, там ритуал. Ждет ритуал. Он говорит, этот тип, говорит, тебя ждет. Ну я такой, ну окей, ладно. Пойдем в ритуал рум чекать. Блин, ну череп тоже в цвет оттуда же, да? Согласись. Но сюжет пока непонятен. Окей, а где ритуал рум-то найти нам? Чат. Я бы мог предположить, что... Но раз здесь есть маски, раз здесь есть стол вот этот вот со всякими штуками, по-любому вот сюда идти нужно. I'll never open it without the right combination. Как мне вот открыть эту комбинацию? Нихуя себе, Шизуру, ты что, с ума сошла, пятихатку? Ебические пирамиды, Шизуру, спасибо огромное. Ты что, мать? Спасибо большое, Шизуру. Это очень большая сумма поддержки, правда. Я не понимаю, как мне одеть. Space to return. Я не понимаю пока что. Добавь к ним фиолетовый. Кому к ним? Куда к ним? Там же, видишь, он показывает то, что типа... Ну,
Ну, Рома, не пугай меня. В один круг с этими камнями. Дитрик, ну я сделал вот 4 камня. И чешу. Единственное, знаете, что я вижу? Я вижу то, что они вот цветастые, видишь? Сейчас, подожди. Вот здесь есть красный, фиолетовый, серый. Блять, Кеш, ну ты шо? Чуть не обдристался. Экземпля. Это посмотреть нужно. Ну окей, ладно, непонятно. По углам? Думаешь, по углам нужно? Здесь по углам не получится, чекай. Тут остается один черный, получается. Да не, не впервые, просто странная головоломка, потому что нет подсказок. Нет подсказок. A representation of Lauv Abrark, the lustful god. Perhaps one day we will have some understanding of his nature. Ну как не искал подсказки? Вот писюны же я рассмотрел, блин, как красиво сделали дождь. Да не должны, конечно. Ну вообще желательно, конечно, было бы. Маски смотрит. Так я маски уже проверил. Или ты думаешь, нужно каждую проверить? Это какая-то конченая, потертая. Это, кстати, красивая, прикольно. Маски смотри издалека. Ну давай попробуем маски издалека смотреть. Здесь не... Нет, там смотри, там есть синий камень, фиолетовый. Здесь масок таких нет, по-любому не в масках. Но писюны важно же было рассмотреть. Нет, в масках тоже ничего нет. Угу. Тут тоже ничего нету. Двуглавый мне тоже ничего не подсказывает. Так. Я что-то наоборот уже... А. Какая интересная штука. Как я должен был догадаться, что это есть? Какая дверь? Так, тут ничего нету. Ну, по всей видимости, ничего нет, я не знаю. Может, я, конечно, что-то и пропустил, но визуально там ничего нет. Так. Тут тоже не взять вообще ничего. Без записки. Ты что, с обратной стороны стучишь? Так. Подожди. Мастер в церемонии. Теодор. Ну это лист каких-то приглашенных, видимо, я не знаю. Ой, подожди, подожди, видели что-то? Ну, это не то. Камила, да. О, это ж этот, блин. Скажите мне, фотка такая, как его? Закрой. Как его, блядь? Я вернулся, окей, валите, окей.
Ну, единственное, может быть, да, в библиотеке я что-то не учел. Забыл, как зовут. Какая-то дичь. Это очень странная штука, подозрительная, но у меня ничего нет. Может быть, есть какая-то книжка? Эта же дверь не просто так открывается, правильно? Тесла. Это Тесла, да, в натуре. Это же Тесла, да, был? Никола-то. Может, здесь есть какая-нибудь книжка, на которую нужно прям надавить? И типа все будет четенько. Не, тоже нет. Ну вот Локи сюда подходит, конечно. Как открыть, блять, алло? Человеку плохо. Ну все, все, а то будут люди потом смотреть, будут думать, что это, блять, ну вы поняли. Beyond the gates of our universe swirls Lustga. In the face of the absolute truth, its light is the only way. Maybe I'm going crazy. Может, я говорит, это с ума схожу? Ау, щит, оу, щит, мы долго лазили, не там, где нужно. Здрасте. Могу зайти? Привет. Master Theodore? Мастер Теодор? Привет, Сиен. I have long awaited this moment. Я, говорит, очень долго ждал этот момент. I am ready, давай, я готов. I think I am ready to take part in the ritual. Good. I can see that you are convinced. It may be a slight overstatement to call it a ritual. But Sabinian is quite prone to exaggeration. It all comes down to you ingesting a concoction I have been working on for some time. Мой кокшен не нужно трогать только. At the same time, our companions shall chant a prayer to the lustful god. And then... We are still in need of two crucial items. Bring them to me, please. And I will conclude the preparation. Но он говорит, нужны два артефакта, говорит. А у меня они есть. Aside from my herbal extract, we will also need the goblet of passion. It has always been with us in those essential moments. Где мне, говорит, найти этот экстракт? Where can I find the herbal extract? In my old workshop in the attic, behind the room of delight. You will find a vial full of powder. The label is easy to recognize. There is a lunar symbol on it. А где этот? Where can I find the goblet of passion? Сейчас, тихо. The goblet of passion is kept secure within the tabernacle in the dining room. Dining room. You need to know the combination to unlock. Да, да, мне нужна комбинация, чтобы. In my room, you will find a small round glass. With the combination marked on it. Oh. Thank you. I'll be back as soon as possible. Good. Take the glass piece from me. Я уже вернулся. But don't you dare touch anything else. Here is the key. Ага. Он мне дает, в общем, ключ от своей комнаты. В его комнате я должен взять какие-то
очки. Thank you, Master Theodore. Спасибо, мастер. Я жду. Так ты жди, жди. Нам нужно добыть два экстракта каких-то для ритуала. Два экстракта. В его комнате. Это вот эта, да, комната? Yes. Почему зацензурилось? Ага. Тут вроде ничего такого. Он говорит, возьми типа... Ага, запоминайте, алло. Желтая, синяя, фиолетовая, красная. Это я тоже возьму. Ладно, это читать не будем. Он сказал, если я что-то еще возьму, то мне пиздарики. Так. Ну, мы, естественно, все обшоркаем. Опять Тесла. Но Лавкрафтом здесь пахнет на всю Ивановскую. Я, естественно, после стрима еще без цензуры поиграю, конечно. Что такое? Это что, пинос? Ох ты маленький. Бля, он наблюдает, как я здесь шоркаю. Ладно. Окей. Пойдем комбинацию откроем, бах, и я сейчас приду. Мудила. Так. А мы заходили в эту комнату? Я не помню, чтобы мы заходили в эту комнату. Бля, ты что, идиот? Сознание не потерял. Оп, коняшка. А зачем нам дали рассмотреть коняшку? Непонятно. Непонятно. Так, Роман, я что-то завязываю там. Из-за ветра дверь херачит, слышите как? Могу слышать. Since when are you sneaking into the superior's chambers? I have permission. Oh, don't be so serious. I'm pleased to hear that, but Sabinian and Theodore already have different plans for me. I didn't know you liked such things too. Все, она мне ничего не хочет сказать. Типа я, говорит, знаю. Опа, цебана. Ладно, так, у нас есть лампа. Light. Полезы. Так. Блядь, Толикс. Чё, не обосрался. Так. Оу, щит. Оу, перышки. А перышко это мило. А это что? Что это такое? Никого там нет, да, зима. Не понимаю, как это использовать. А, вот это понимаю, как использовать. Ну и пошел процесс, поняли, да? Это на лицо одевается. Это на лицо одел, типа, ну и страшная маска, как предыдущие.
Так, ладно, вы знаете мне, что скажите? Маска единорога. Да. Вы мне знаете, что скажете? Что за странный звук, во-первых? Во-вторых, какова цель? Какова цель была захода в эту комнату? Я здесь ничего не сделал. Ну, посмотрел только на пеструны разные, на всякие штучки. Ну и перышки мне понравились. И брать здесь вроде ничего такого не надо. БДСМ комнат, ну типа того, да. Так, да, все. Так, ну окей, ладно, пойдемте вниз тогда, откроем ту интересную комнату. Ой, а вы бы не покрутили прям, сейчас, говорит, крутить будет. А вы бы прям не покрутили. Да, так. Желтая, синяя, фиолетовая, красная. Окей. Погнали. Дай мне, говорит, подумать секунду. Желтая. Подожди. Синяя, фиолетовая будет сбоку, да? Блин, нет, верни. Желтая, синяя, фиолетовая, красная. Just a few more moves and I got it. Так. Ну, правильно? I have the combination right here. This shouldn't be too difficult. Или неправильно? Черная. А, я черную еще не увидел. Лол, а я еще думаю, так легко сделалось. Там еще черная есть, да, где-то? А, вон оно что. Собиратель. Кристофер, think. Думай, говорит Кристофер, думай. Подожди, все сбросилось, чат. А, я понял, как изи сделать. Так. Так. А, они вообще прям в нижние должны быть. Это все усложняет. Так. Так. И вот так. Finally. Окей, кубок мы нашли. А что он еще просил сделать? Нам нужно еще какую-то, ну, штуку найти, которую мы будем заливать в этот кубок, да? Там просто, говорит, розочка. Не, мы эту розочку будем заливать. Ты шо умный, алё? Не качок же ж. Теперь нам нужна жижка. Или жижка вообще там в теории есть уже. I have some more questions. Speak, seeing. Говори. У меня, говорит, есть вопросы. Goblet of Passion, herbal extract. О, вот экстракт. Where can I find the herbal extract? In my old workshop in the attic, behind the room of delights. You will find a vial full of powder. The label is easy to recognize. Вы поняли, где? It has a lunar symbol on it. Thank you. I'll be back as soon as possible. Good. Вы поняли, где?
Там, где лунный символ, что-то такое, там что-то свет падает там и бла-бла-бла. Вам можно на уличку посмотреть. Какой-то... Не, я понял то, что в его какой-то... Там, где он, типа, раньше работал, я так понимаю. Старый лаби, а где? Ну, тут спальни везде. Там, где, говорит, падает лунный свет, бла-бла-бла. Мне кажется, где-то вот здесь, отвечаю. Раньше эта комната была закрыта, типа... А? Лунный символ, говорит. Вы видели, что-то произошло? Оп. Это ящички, алло. Так, так, так. Это ящички, но у них ничего. Может быть, здесь? Там, где падает лунный свет. Или не лунный свет. Ну что, как-то отключить можно, открыть. Но это может быть его, но это не, может не его лаборатория, да, старая? Мне еще символ какой-то нужен. Какой-то лунный. Оп. Этого я не видел. А, тут вроде бы все. Тут вроде бы все. Ну ладно, не может быть его старая лаборатория, правильно? Кто-то только что толчок смол. Не, ну тут мы уже шоркали. Тут мы уже шоркали. Его лаборатория — это чердак. А может быть в натуре там, куда не падал, типа, свет? Короче, не страшная игра, но еще подожди, мы только начали. Дальше сейчас еще аниме будем выбирать на стриме. Какое будем смотреть? Прям через голосовалку. Прям вкусненько. Блять, да Толикс! Да, я думаю, да. Майгрант, смотри, маска единорога. Ты не хочешь себе такое? Слушай, ну тут только вот такая штука подозрительная, которая вообще не представляет, что это такое. Есть просто охрененная маска. Так. Не, ну я, конечно, типа, может быть, мне нужно добыть как-то жидкость. Я могу, конечно, присесть вот сюда. Я что-то мог взять только что, когда поворачивал. А-а-а. Тихо. Опа, цебана. Да что там у нас? Smells like herbs in here and like something else I don't want to know. Воняет где-то здесь. This must be Theodore's old workshop. А это у нас и есть воркшоп. Держу в курсе. Так. Опа, еще одна штука. Опа, с лунным знаком он говорит. Все, это то, что мне нужно. Но мы, естественно, чат сразу не уйдем отсюда. Да, новая цель. Отнесите, говорит, айтемы Теодору. Да это отнесу. Мне ж интересно посмотреть, что тут. Дверь закрыта. Это что, у него закруточки? На огурчики похоже. Целый чулан с жидкостью.
Лагает, не лагает, FPS залочено, она почему-то проседает. Ну это альфа-бета версия, там я не знаю, что это. Естественно, идем, ты еще на стуле не посидел. Я не буду на стул садиться, держу в курсе. Ну, наверное. Так, окей. Все, лампу можно и потушить. И пойдемте ритуал исполним. Что там за ритуал-то будет? Чат, кто хочет ритуал? Ой, лола, они уже все стоят, ждут. Я не хочу с ними ритуал. Камон, даже этот здесь противный, который. If you have both of the items, place them next to the bowl on the table. Что, они все в масках? Прям в масках. Я, говорит, хочу ритуал. Че, классная маска, мужик. Ладно, ну давай попробуем. Bolt to the table. И что мне нужно сделать? А. Сядь, говорит. Ну давай. Сначала ставим стакан. Он ставит эту штуку. As you can see, everybody is already waiting. Как ты, говорит, можешь видеть, все уже ждут. Now it's my turn. Ты, говорит, молодец, Син, но теперь, говорит, моя очередь. Лава бра, и вуска. Drink my potion, Син. Experience the land of eternal. Экстази. Давай, говорит, бахни, говорит, со мной. Ну давай бахнем. Бахнем, чат. У меня руки жирные какие-то, видели в игре? Ну, в смысле, как будто в чем-то, в масле в каком-то. Последний шанс какнуть в окно. Оу, май, поплохело мне. И вот так. Как же я не догадался, что мне будет плохо. И сразу согласился выпить, бахнуть. О, где все? Охренеть, как красиво за окном сделали. А где все-то? Вечеринка только началась, и все ушли. И дверь закрыта. Скажи что-то. Мейбл, I'm standing right here. Can't you see me? Ты меня видишь? Say something. Крис, anything. Master Theodore. Ох, ёпта, мать. Is this how it's supposed to be? He just disappeared. Скажи, is this? Скажи, говорит, что-нибудь. It's all part of Theodore's plans. What the hell did I just drink? Конечно. It appears we have succeeded. Hear that, seeing? We have made it. Master Theodore, what are you talking about? Что за херня там, Теодор, блядь? Иди первый. The cult of ecstasy is proud of you. We are so very proud. Бло, я не хочу за ним идти. Ладно, пойдем посмотрим. Не мигай, пожалуйста, я иду, игра, иду. Охренеть ты как. Да тихо. Че, шо, ко мне идешь? Кристофер? Кристофер? Take him to the bedroom. Не бойся, у него нет маски единорога. Что за галюны? О, ну на кроватке я уже, это хорошо. What the hell is going on here? Какого черта здесь происходит? Найдите источник шума. А мне есть лампа-то моя? Не видно ж ни черта. А.
Пойдем сначала в ритуальную комнату, это же логично. Фу, мы будем смотреть чат, нельзя же такое смотреть, алло. Можете закрыть глаза? Так. Ну, типа, вы поняли, да? Я пройду тут пошоркаю, вы не против? На, чат не смотри. Бачком, бачком, бачком. Да за чё бан, там замылено все. Это ужасно, фу, вот то, что он вот такой вот с такой головой. Интересно, рога у него тоже, да? Я рогов у него не увидел. Так, окей, там они чпекаются. Но главное, что у деда в комнате все нормально. Огни отжег. Так. Для чего мы, говорит, весь этот путь прошли, чтобы не смотреть? Ну ладно, зацензурено. Игра же зацензурена, зацензурена. В названии стрима указано, что 18+. А как не срулился свое место, да? Так, я просто прогуливаюсь. Ну, как-то так. Можно я тоже, типа? Ну, ладно. А это что? Там выключаешь цензуру, Фаня. Я мог выключить цензуру. Но тогда я бы не смог бы вам показать ничего. В библиотеке тишина. Эротический хоррор не кликбейт. Но только это правда не кликбейт. О, кстати, там чувак-то орал. Или его уже заюзали. Так. Охреневший шум. Так, но гости... Да не пускай эту игру. Гости все развлекаются, я понял. А, шуши, блядь, закладывает. Сходи на чердак, сразу пишет. Ну, пойдем на чердак, ладно. Да, блядь, чат. Хорош юзать там звук. Не, слава богу, на чердаке никого нет. Ну, там кто-то есть. Найди источник шума. Ладно. Тут все починено, все хорошо. Добавил, говорит, список желаемого. Разработчикам респектос, да, такой кинем? Так. А где же, блядь, этот тогда? Где же тогда у нас... А, блядь, там, сорян, да. Где может быть источник звука? О, а, ну это фалос.
Слышно вас, алло, слишком сильно, соседи. Пока вообще хоррора нет, согласен. Внизу, что ли, где-то, не пойму. Толчки монстр сидит. Слушай, ну может быть, конечно, но... Вы слышите, вот он то усиливается, то не усиливается. То есть он в теории где-то... Где-то есть, и где-то его нету. Бля, наверное, что-то такое очевидное. А ты что стоишь? Enlighten Sabinian. I heard something suspicious. Calm down. Успокойся. Everything is all right now. I'm glad you've rested well. Все говорит нормально, все нормально. Maybe you should join Mabel and the brothers. Может быть, ты говорит, присоединишься? Much prefer to check it. If you must, go ahead. But in a moment we'll be moving to the Room of Delights. Come back soon. You'll be rewarded for what you have accomplished today. Да блять! Вы поняли, что он мне сказал? No. Следуй за кровавой, чё? Бля, да хорош, чат, ну я сейчас с ума сойду, реально. Реально. Так. Блядь, походу мне наверх, что ли, опять надо? Я же напряжен, алло. Поставьте лучше лайк на видео. 111 лайков. Ну нет, не сюда. Так, Шизура, а ну-ка, завязывай там с руками. Под лестницей дверка заперта, может быть. Слушай, ну может быть, конечно. Может, мне обратно сюда нужно? А, вот, за кровавой этой следуй, говорит. Хозяева, я пришел. Вон, кровавый след, алло. Следуй за кровавым, говорит, этим следом. Какой лог. Нет, тут до сих пор закрыто. Кровь, кровь, кровь. Вон он сидит. Что случилось, дядя? Тебя обидели? Мастер Теодор, what happened? Что случилось, мастер Теодор? I've tried to take on too much seeing. Too much. Слишком сильно что? I'm trying to grasp the nature of Lustga. We have drawn the attention of forces we cannot comprehend. Lovabrar has seen us.
And he desires our death. I do not understand why, seeing... I do not understand. We just wanted to... I need to warn the rest. Whatever this is. Warn the rest of the... Mabel! Sabinian! Look out! Аккуратно, говорит. А что аккуратно? Что за звуки? Пиздец им там. Я походу тоже думаю, то, что оккультистам там всем Габелла пришла. А где они чпекались-то все, я забыл. Наверху, да? Я так и не понял, мы вызывали какого-то одного чувака, по ходу дела, а за нами он говорит... А за нами там вроде как другой пришел, да? Следуй за моими детьми. Слушай, я не очень хочу следовать. Давайте найдем оккультистов сначала. Ну, какая ужасная фотография, конечно. О, здесь же был этот двухголовый, да? А где оккультисты были? Я их найти не могу теперь. Что-то я очкую туда двигаться, если честно. Так я на первом же пробежался в той комнате. В той комнате, Толикс, блядь. В той комнате, где они были. Нет, только не ее, фак. Ну как, я не знаю, как это показывать. На маску единорога одень. Бля, и он говорит, иди туда. Вы видели? Ой, блядь. Ёб твою мать. Чуть не обосрався, чат. И шо? Блять! Фу, как ее противно сделали. Что за ней? А, ну да. Он говорит, иди, говорит, за этим. Бля, я вам кулдаун поставлю на эти команды, отвечаю. Ебичес. Они открыли, говорит, ворота. Let the light of Lauvabark guide me. Че, заходим? Исследуйте, говорит, портал. Все, пошли. Вагину зашло, походу, дело, да. А что, кто-то Рому забанил? Разбаньте, пожалуйста, я не знаю, кто забанил Рому. I'm here again. Only this time it's not a dream. Оглядись вокруг. А там не бан? Окей. Ой, блядь. Ой, блядь. Фу, блядь. Ой, блядь. Ну, понятно, что дело, что это место из сна. I can feel you.
Я, говорит, чувствую тебя. Чувствую тебя в своем теле. А, или всем телом, или своим телом, что-то такое. Фея. Что потише сделать, блять, я обосрусь, отвечаю. Чёртовы хорроры, я терпеть хорроры не могу. Это шо? What's this for? This for? Это было. Мне эта игра уже не нравится, блять. Я провалился, чеша. You are so close. It would be a terrible loss if you died, my dear. Даже не успел прочитать. О, прикольно. Там вагину зацензурили вон. А, там люди вон. Нам, к сожалению, не видно, так как у нас все цензурено. Его яйца видно, алло, цензура. За яйца ж не валят. А, блядь, куда я иду? Я просто в айхере. Бля. Больная штука, сука. Да, в игре тоже так зацензурено. Но ее можно отключить. Фу, противная херня какая лютая. Ну, свет загорелся, нам туда. Как отключить? Да чтоб забанили, да, к херам? Фу, я вам скажу, что это пиздец, какая страшная игра, ребят. Для таких сакунов, как я. Как во сне, блять, как все как во сне. Пишу. А. Она нам освещает, и мы можем пройти. Спасибо, сороконожка, ни хера себе. Сороконожка, не бросай меня. Может, я выйду обратно? Ага. Фу, не трогай. Фу, не трогай, блядь. Не раздвигай, не раздвигай. Это? Извини, 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 не хотел. Ой, там что-то происходит. Красивая картинка. Заскринил.
Ну, лучше найду какой-нибудь. Как говорится, да, фу, блять, фу нахуй. О, меня кто-то там ждет, алло. Какая-то красотка. Я иду. I'm coming. Здрасте. Hello, seeing. You found me. Нашел What? Меня. Что? Кто ты? Relax, dear. Успокойся, дорогой. Я, говорит, понимаю то, что немного там, типа, в ахуе. Это нормальная реакция на это дерьмо, что творится вокруг. Подожди, я, говорит, видел эту маску уже раньше. Блядь, не успел прочитать. Да, это я. Я вернулась. Lead you, не знаю, как перевести. That was just an introduction. An introduction to what? You'll see soon enough. Ты, говорит, скоро увидишь все. Now, time for reward. Но сейчас время... You'll learn that pain and ecstasy are one and the same thing. Я, говорит, хочу посмотреть, что... Не успеваю. I shall weep over your body. Prepare for the most delightful final moments of Я услышал your body. Я что-то не хочу, что-то... It's been so long. Я, говорит, ждал так долго. It's been so long since I felt... A human. Ну, слушай, у нее фигурка-то ничего такая, только там что-то... Чат, не смотри, блядь, как замьютить это? Не смотри, блядь, не смотри, если нет 18. Закрой глаза. Закрой глаза. Бля, хорошая. Слушайте, ну это все вранье. Вот как он мог возбудиться, вот вы мне скажите, возбудиться в такой вот, в таком окружении? Спасибо, что поиграли в демо-версию в Last for Beyond. Слушай, ну прикольно. Слушай, ну прикольно. Давайте по факту. По факту. Графика в игре прикольная, но вблизи текстурка мыльная, конечно. Но это early build вообще. Чё, все ждут, лол, и все ждут. Как-то он быстро кончил. Так ему дали там, чтобы он быстро кончил. Так вот, игра прикольная. Графика прикольная. Сцены классные, но для стрима хорошо то, что можно зацензурить. Хорошо то, что можно зацензурить. А сюжет вообще ни хрена не понятен, если честно. Какой-то ритуал они провели. В итоге он оказался в каком-то дерьме, которое ему до этого приснилось. И потом же он в это же дерьмо и после ритуала смог прийти. И какая-то бабища его ждала, с которой он, а не это, но его захавали. Сюжет кайф, но игра на этом заканчивается. А теперь, я говорю, давайте на Kickstarter и суппорт игре. Русский нужен. Да, русский нужен, потому что в игре будет дохерища диалогов, я так понимаю, и дохерища всего читать нужно.